Так, что тут у нас есть новая фамилия, это очень приятно. Вот, но выдержать четвертый год, конечно, далеко не всем дано. Хорошо, что появилась современная техника. Я смотрел самые первые вебинары за все эти годы, посмотрел, где 1000, где 1500, где 800. Но последний год уже, конечно, любопытство помаленьку исчезает. Так, Надежда Ижевск. У нас жарко, сухо, все горит на солнце. Да. Ну, тем более надо. Кстати, я не против то же самое мульчи, нет. Вот. Я против безумного ее использования. Корневая шейка должна быть чистая и проветриваться. И там, где это положено быть, особенно у пересаженных деревьев. Виноградов, привет. Вторая гвардия. Железов, привет. О, какие у вас эти. Потом, когда созреет до конца абрикосы, а у вас сеянцев сколько, шестой год, вот, а еще вишни вступили в плодоношение, может разместить и там, так, ну, один разочек, извините, так подковырнуть этих дам заносчивых. Ну, вот, вы что говорили, что я новичок, ну, вот так случайно вырос у меня абрикос, вот фотография. Вот, а я все жду, когда вы свои покажете. А если человек не вырастил абрикоса, какой хрен специалист по абрикосам? Так, Александр, вам тоже мира. Добрый вечер, Галина. В июне 3 недели жары, в июле жара. Уже 2 недели. Да что творится-то? Ну ладно, у нас началась жара. Первый день или второй. Но у нас только замучили дожди, холод. Все попеременялось, но все буквально. Солнечная Хакасия. Солнечных дней больше всего, чем в стране. Засухи бесконечные. Посадят это уже пшеницу бедную, несчастную, вот эти убыточные колхозы. К осени вот такая вот. Кукурузу смотреть жутко. Думаю, господи, зачем они растят-то? Это же себе в убыток-то. Бывало, посадишь картошку, одну посадил, одну и выкопал. Вот такое было. Сейчас лучше стало, дождей стало больше. Зато огороды забросили, дачи забросили. Так, главное в ядре. Там кипит и сверху шлак. Вы как металлург насмотрелись. Главное в ядре. Ну, вам может сильно понравиться книга. Так, вторая планета или 12-я планета. Там на основе архивных данных показано, что прилетели из обезьяны сделали раба. Человек. Потом он вырвался, им пришлось сначала пройти, потом бросили. Ну, как вариант, я ничего никогда не отрицаю. Я как раз из тех, которые ничему не то, что это говорю, да, так было, так не было. Я ничему вообще не верю, но допускаю, что все могло быть. Уж больно мы на обезьян похожи. Так что я не исключаю. Вот так. Так, Виноградов, гражданин Виноградов. Ну, старый волк. Ну, разве можно так ответить? А? У нас вся разница с обезьянами, то, что у нас хвост отвалился, у них нет. Почему это, вы оскорбляете человека? Еремин, добрый вечер, отличного здоровья. Правильно, Владимир, не торопись. Сильно уж мы на них похожи, на обезьян. Ребят, когда будем с прививок ленточки снимать? Средняя, я отвечаю, июль. Так, средняя. А дальше смотреть по месту. Бывает, уже до июля вырастали у меня метровые, да? И уже грозит переломиться. Хотя и это, прямо там такие, знаете, мощные, сочные растут. И так бывает. Это и от почвы зависит, и от подвоя, и от сближения. То есть, насколько они родственники, подвой с прививкой.
Тут уже в июне надо колья вбивать и подвязывать. И потом осторожненько, осторожненько снимать. Июль, последний месяц, сентябрь уже не то, что поздно. Вот такой молодничок может и до сентября, вот такой вот, если он всего лишь не опасно. Но главное, каждое спасти. А тут так, восьмерка получается, не отвязал, переломился. Поверьте, просто переломился, потому что он вот так вот растет. О, и так может быть. Сильно тяжелый, и рычаг Архимеда помогает сломаться. А отвяжешь, тем более опасно. Значит, средний июль, самый мощный июнь, и при этом 2-3 мощных кола. Берегите каждый. Такой ответ. Так. Товарищ судовод. Ой, как приятно, когда меня товарищем называют. Я же говорю, я старый большевик. Хотя тот момент, когда меня использовали, меня как авторитета, вот, как это называется, в виде клона, это, конечно, непорядочно. Не, с одной стороны, вроде бы даже самолюбие это, вот. Дожил до тех времен, когда начали использовать, и под меня уже клоны работают. Товарищ садовод, мне сказали, что при прививке можно использовать черенок с 4-5 почками. Опыты были успешны, но побеги стали развиваться хуже, чем на черенках 2-3. Может это в дальнейшем сказаться на веселье плодов и качестве? Или может уничтожить сальцы сразу лучше? Ну вы что, еще не хватало уничтожить? Если привили 5, вот, пусть растут. А это сама подскажет, товарищ Муль. Так, Валерий Константинович, привет, Наташа. Скажите, если весной посадили саженец от Сергея, черного абрикоса, он дал листу, а просто не дает. Не растут веточки. Может, его недостаточно обрезали, получается, переваливает. Может, его сейчас обрезать наполовину, боюсь, что не перезимует. Сейчас не трогайте, ждите, что будет. Все, опоздали с обрезкой. Просто пусть растет. Значит, бывало. Дело в том, что раз листья есть, а просто не дает, значит, сейчас он закладывает цветочные почки сразу. Это не порядок. Но ему виднее. Уже сама прививка, особенно абрикоса черного, он и не абрикос, и не слива, это гибрид. Так. Уже сама прививка его на абрикос или на сливу уже извращение. Неполная биологическая совместимость. Что он собирается делать? Не, растение собирается. Вы видите, на следующий год он, весной он зацветет. Ваша задача не лезть, куда вас не просят. Уже влезли мы. Уже в наглую создали то, чего нет в природе. Черного абрикоса нет в природе. Уже обнаглели, уже создали урода. Вы поймите, когда нас с Латинковым, Царством Небесным, обзывали шаманами, раз, когда кричали, что мы создаем химеры, они ведь правы. У вас химера, вот он не хочет расти, это химера. Но вы потянули за мечтой. А в этой мечте есть обратная сторона. Вот сейчас он ветки не дал, весной он зацветет, может дать несколько плодов. Или с прошлого следующего года опомнится и нормально растет, начнет расти. Есть и другая причина. Прививка ни при чем, химера ни при чем. Посадили в неудачное место. Откуда взялось понятие, которое вошло в литературу? А вот эти самые уже, ну как, понахватались, и когда каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны, есть такая поговорка. Значит, берет человек когда-то, где-то, в каком-нибудь 18 веке, в 19, в начале 20-го. Вот зараза не растет и все. Он его взял, пересадил в другое место. Ура, расти начал. И нормально? А тут стоял год, стоял два, три, вот как ваш случай. Так. Потом постепенно этот прием плохо растет, пересадим. Вошел в литературу, вошел в практику. Ах, плохо растет, пересадим. Но никто не знал причины. Это стало так. Хочешь иметь нормальный саженец? Пересади 2-3 раза. То есть, еще не зная причины, даже просто вот взял, посадил, он еще ничем не плох, не хорош, мы ничего про него не знаем. Мы не знаем, какой он будет через год, через два, через три. Нет, берет, ага, год порос, да, теперь, неважно от качества, пересадим, еще раз пересадим. Вот теперь будет хорошо расти.
Трижды увечили корни, трижды он начинал все сначала, новую жизнь. И где гарантия, что с хорошего места плохое не пересадил? Мы же слепые котята, мы не видим, что у нас за почва. Многие отличают супесь от этого, от суглинка. Но многие посадил и посадил. И вот получается, что там, где плохо растет, а потом пересадил, стало хорошо расти, слепую методом тыка убрал с гепатогенной зоны. То есть я даже это не исключаю. Уважаемая Наташа, ничего не делайте, ждите, что будет. Но если он в гепатогенной зоне, ну как я скажу, пересадить или не пересадить, если я не знаю, ваша причина. Или биологическая несовместимость, корову быстрее дать. Закладывают, вот сейчас берет, закладывают цветочные почки. Место роста. Или гепатогенная зона. Надо пересадить. А я этого не знаю, и вы не знаете. Раньше найдется вот специалист с рамками рядом.